платформах, используемых исключительно для перевозки пассажиров в пригородном сообщении. Убедительно просим вас соблюдать правила федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, прежде чем приобрести билет, ознакомьтесь с информацией об изменении в расписании движения поездов, размещенной на информационных стендах вокзала. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, помните, железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности. Находясь на территории железнодорожного вокзала, на платформах, в поездах, рядом с железнодорожными путями и при переходе через них, строго соблюдайте правила безопасности. На скорый поезд номер 22, Санкт-Петербург, Мурманск. Поезд находится... Просим пассажиров занять свои места и проверить наличие проездных документов. Счастливого пути! Уважаемые пассажиры, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции временно отменяется курсирование поезда номер 66 сообщением Минск, Мурманск. Возврат проезда на протяжении 20 минут производится в содержании сборов и плат. Уважаемые пассажиры, помните, железнодорожный транспорт туалет. Кафель в цветах пида. Вот они толчки начали. Свой. Мышиный цвет. Он даже не красит, это кафель специально подобран. Вся потеха. Вот беломорский туалет. Свежий, отреставрированный. Это неплохой там... Унитаз.